Cena Line Team представляет. Всем привет, с вами Алексей. Мы продолжаем играть на проекте Xena Online. И сегодня... Тут все начали делать фермы. Мультифермы, я имею в виду. Вот. Ну и думаю, и как же без меня-то? То есть, наверное, мне тоже надо. Поэтому сейчас начнем. Так, начнем. Мне нужно начать с Thermionic Fabricate. Вот этого. То есть с лампового завода. Бронзовое золото, сундуки. Понятно. Так, бронза. Сколько там надо бронзы? Ой, там много надо бронзы, там 8, да? Так, как же она делается? Вот так как-то, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Она там, в принципе, еще тоже понадобится, но не будем лишнего тратить. Так, машина есть. Золото по краям. Внизу сундук. Сундука у меня еще нету. Вот для этого тут нужен столик дополнительный. Так, сундук. Сундуки, в принципе, понадобятся. Надо сделать штучки 3, 4, 5. Где-то так. Оп, есть. Так, еще я сделал помпу, потому что там когда-нибудь понадобится вода. Это я точно знаю. Так, помпу вот так. И сюда сундук. Да, отлично. Сделал я еще движки. Да, сделал я еще... Где движки мои? Движки где-то тут. Так, вот только думаю, где ее поставить. Так, вот эти 4 движка. Рычажки понадобятся. Так, не поставить либо ее здесь, или все-таки здесь оставить место для печки. Так, вообще-то у меня вот здесь вроде как такого вида оборудования. Но чтобы работало все от одной системы. Или все-таки пойдем, наверное, наверх и поставим сразу вверху, где-нибудь вот тут. Я думаю, да. Здесь вот подойдет. Как-нибудь типа так. Так, надо же еще трубу взять. Так, ну ладно, это будет... Стоп. Что-то я не то вообще делаю. Так, берем пока, возьмем нормально сейчас все трубы, какие я хочу. И все это выставим. Правда, туда-сюда бегать неохота будет. Это точно неохота. Поэтому, наверное, мы сейчас тут все вот это дело разберем. И здесь у нас будет... Да. Так, надеюсь, оно не споломается. Вот этот уголек у нас был. Господи. Так, наверное. Блин, топор только что выложил. Так, это пока тоже все убираем. Да. Так, и вот здесь мы сделаем какую-нибудь такую вот установочку. Установочку хорошую. Да, значит, мне нужно... Тормозит у меня, оказывается, компьютер. Скорее всего. Так, где-то у меня были трубы. Прям уже почти готовые. Золотые трубы, золотые. Где они? Так, вот это может понадобиться. Хотя, скорее всего, не... А, вот же они у меня. Так, золотые трубы есть. Редстоун. Сейчас мы их сделаем. Да, у меня были с собой трубы, а я их не заметил. Так, ну сделаем где-то вот так их пока. Да. Так, и нужно посмотреть, значит, как они у меня пойдут. Так, вот так два движка. Их же еще загружать, эти движки надо будет. Поэтому, наверное... Ай, там же еще деревянные нужны, энергетические. О, это точно надо будет наверху делать. Так, вот у меня 4 есть. Ну, в общем-то, 4 и нужно. Да, пойдем, наверное, делать вверху все. Так, и где-нибудь вот тут установочку сейчас забыл. Вот тут у меня помпа будет. И вот здесь, наверное, эта установка будет. Так, ладно. Значит, попробуем. Так, дерево, ростом получим мы. 1, 2, 3, 4. Да, есть. Так, и потом соединяется это все трубой общей. Так, ну хорошо. Значит... ставим, например, двигатель вот так, к нему деревянную трубу. Так,
А от одной трубы может ли качать, не знаю, может ли качать. Так, если мы поставим, о, все придумал, это мы на ходу тут придумываем. Так, это мы, конечно, все потом развернем. Ой, это я что-то золотую поставил. Золотую не надо. Нам нужна деревянная. Да, так, вот. Вот, это оно. Так, между ними будут рычаги. Вот, а здесь будут еще движки. Вот так. И вот так. Я движки разверну, не беспокойтесь. Так, все есть. И вот это будет у нас одна такая магистральная золотая труба. Так. И вот это подключаем тоже все сюда. Так, отлично. Вот этот ключ, он для этих движков катит или нет? Я там увидел, кстати, другой ключ у Мадвита. По-моему, он типа универсальный, что ли. Надо будет потом посмотреть. Так, ну и сюда поставим, я не знаю, дерево, что ли. У меня, кстати, еще два движка есть. Ну, если что, потом продлим эту систему всю. О, отлично, отлично, отлично. Да, вот так у нас и будет. Все. О, ах, какая красота. Наверное. Так. Так, и сюда этот тенноник фабрикейт и поставим. Уголь у меня, слава богу, есть. Так, подключилась. Так, угля чуть-чуть сюда. Временно хватит, я думаю. Ну, просто чтобы оно как бы побыстрее все работало, я думаю, надо так. 4 двигателя точно, я знаю, хватит. Вот. А надо ли будет больше, это уже если там какое-то еще оборудование будет расти. Так, а ну смотрим. Так, мы здесь что хотим, плавить стекло? А интересно, вот эти панельки подойдут? Может быть. Так, а ну-ка. Так, энергия пошла. Здесь растет, да, все идет. Отлично, отлично. Так, ну и что? И тогда, ну, пока, наверное, надо выключить, чтобы лишнюю энергию не гонять. И надо подготовиться к лампам. Так, значит, мне нужны будут оловянные лампы. У меня вообще-то с собой олово-то было. Надо вспомнить, как они там делаются. Так, золотые, это не то. Кстати, это какой-то контрол. Так, для обычных. Для обычных. Много медиа, много досок, много ламп. Да, а лампы у нас из олова и редстоуна. Ну, берем побольше олова, побольше редстоуна. Что тут еще скажешь? Так, где-то у меня здесь олово есть. Или не здесь. И вообще не здесь. Но у меня есть, собственно, вот это железо, это тоже железо. Вот оно, олово, и где-то тут, наверное, у меня есть слитки. А, тут много олова. Тут три стака походи хватит. Так, мне их, в принципе, можно делать вообще сколько угодно, потому что ферм можно делать много. Так, олово мы взяли, что там еще, редстоун? А, редстоун, а, редстоун, где-то тут. Да, так вот, редстоуна возьмем. Отлично. Ну, давайте попробуем их поделать пока что. Так, вообще, конечно, надо было бы как-то пускать покомпактней. Да, надо его разбить, пока не под... Блин, а он ломается так или не ломается? Фух, ломается. Так, вот у меня еще одна золотая труба. Так, и его поставим, этот термионик. Фабрикейт, наверное, вот так как-то, что ли. Вот. А здесь дальше, если надо, будет другое оборудование, допустим. Хорошо. Так, стекло. Вот сюда можно его положить? Можно. Можно ли, чтобы оно превратилось в стекло? Оно, наверное, превратится в стекло, только не очень быстро. Так, значит, сюда ложим наш редстоунчик. Где у нас олово? Укладываем рецепт вот такой. И еще ложим олово, чтобы хватило всего. Так, и что-то нужно, сундук, наверное, поставить рядом. Будет он его туда выгружать или не будет, не знаю. Сейчас проверим. Так, вот температура есть. Ну, наверное, это стекло не прокатит.
Да, наверное, не прокатит. Ну ладно, посмотрим. Сейчас у меня где-то было стекло еще. Где-то тут. Стекла, скорее всего, много точно понадобится. И оно у меня где-то запасено. И я, по-моему, даже жарил. Да, вот он, точно. И надо, наверное, еще поставить жарить, потому что стекла понадобится предостаточно. Ну-ка, вот. Ну, пока один поставим. Да, я не пользуюсь той автоматической печкой. Тут скорость примерно одинакова, поэтому какой подошел, то и пользуемся. Так, а ну, начали. А, начали. Ага, стекло положи хотя бы. Нет, это стекло не тратится почему-то. Так, а если так? Ну и чего ты ждешь? Интересно. А, ну так, батенька, выложите рецепт нормальный. О. Забирать, что ли, можно? Оно же здесь должно накапливаться, или я чего-то не понимаю. А, ну там уже есть. И, наверное, то тоже подходило. Так, хорошо, почему ты не хочешь выгружаться? Ну что, мы будем вот так забирать все? Ну ладно. А, они еще и по 16 ламп стакаются, да? Куда они вообще пропадают? А, нет, вот 32, 48, 64. Ну, предположим, что пока хватит или не хватит. Сколько? Да, ну, хватит пока. Точно хватит. Так, это пока мы убираем. Так, и что-то мне еще нужно будет? Да, еще нужно будет. Сейчас смотрим. Так, это не то. Красивый двигатель увидел просто. Ах, так. Так, это я куда-то вообще не туда зашел. Вот они наши эти фермы. Так, эти блоки мы сделаем, понятно? Так. Это для электроэнергии. Это надо будет, наверное. Это такая же обычная, да? Просто добавляются эти, понятно. Ой, куда-то я листанул. Так, теперь... Да что у нас такое? Это люк для загрузки. А, ну в смысле тут они вообще все такие. Все, понятно, понятно, понятно. Тогда их надо делать. Я уже убрал, да? Но у меня уже волова кончилась все равно. Так, все, чтобы двигатели не полились лишний раз, выключаем. И пойдем делать фермы. Заодно, может быть, кончится ночь. Так, а что мы его будем делать-то? Ну, у меня где-то тут есть эти самые, вот такие вот камни. Ну, наверное, из них и сделаем. Что уж там. Так, и нужно будут доски еще. Так, как быстро тут все у меня это завалилось. Так, надо выгрузить лишнее. Вот это мне сейчас пока не надо. Да и это пока не надо. Кости какие-то тут, откуда они взялись. Так, дерево мне надо, дерево. Причем, наверное, немало понадобится. Итак, значит, я, наверное, буду делать здоровенную ферму, то есть максимальную. Это значит, что мне понадобится... Так, значит, 5 на 5, если мы будем делать. Это сколько будет? Так, 25 в основании получается, да? Так, зачем-то я эти начал делать? Мне не понадобится вообще. Ну да, две стойки, блок и иметь. Ну да. Так, да, понадобится. Так. Потом, что там, блок. Вот такой. А по бокам медь. Ты, блин. Где-то у меня тут медь должна быть. А у меня и так два стака ее. Всю медь заберем. Блин, надо, наверное, ее поставить, потому что она понадобится, опять же, много. Так, эта печка. Ой, как она мне что-то начала кумарить. Она выключается, когда хочет. Поэтому это не очень хорошо. Так, ладно, медь. Можем сюда. Ну, оно положилось на самом деле.
Так, и ложим сюда. Да, получаем этот блок. Так, палку пока мы уберем. Золотую трубу тоже уберем. Да что ж такое? А, ну надо шить еще булыжники положить. Так. Набираем, забираем, забираем. Так, значит, 25, высоту 4. Получается у нас сколько? 100. Ну, да, 100 блоков не надо тогда. Так, лампы. Так, сколько у меня уже? 16. Так, забираем все. Что, медь кончилась? Ты черт. Так, а у меня всего 55. Подождите, я правильно считаю? 5 на 5. 25, да. Вот, может быть, это слишком и дофига. Так, что у меня кончилось-то? Медь? Я еще и голодный. Так, а что у меня так мало меди? Пожаренной. Да, это что-то мало-мало. Так, а тут что жарится? Стекло, а здесь ничего, а здесь ничего. Во, блин. Как быстро медь закончилась. Ничего себе. Так, забираем, забираем уже всю медь. Получаем 61. Это что-то мало. Так, ну ладно, пока жарится медь, то мы можем уже и выбрать хотя бы место. Я так думаю. Да, место выбирать ночью это не очень хорошо. Так, ну что-то мне подсказывает, что вот сюда я хочу ее поставить. Привет, виспы. Или вот сюда. Вот эндермен стоит. И рядом будет. О, по-моему, очень даже ничего. Так, тихо. Ой, я еще голодный. Надо броню все одеть уже. Так, интермен. Хорош тут тягать. О, цветочек прет. Ничего себе. Нет, нет. Так, сейчас он меня еще раз атакует. Опа. Так, это не он. Ох, что-то мне это все очень не нравится. Надо поесть срочно. Что мне тут можно поесть? А, ядина, отлично. Так, оказалось, что у меня олова много. А вот того, чего надо, меди, как раз и не очень много. Ух ты, блин! Как он сюда успел подойти? Так, ну, быть здесь в ферме, значит. Так, только нужно отойти еще до... Блин, не, ну что, это у меня вообще-то типа фасад, наверное, что ли. У меня тут нет, конечно, фасада прям. Блин, ну сильно далеко я не хочу. Ладно, как же сделать? Так, решил я немножко все-таки доделать все, что у меня к ферме относится. Так, значит, есть у меня уже 100 блоков, есть уже для подключения энергии. Так, осталось нужно вентиль. Вентиль, где он тут? Стоп. Тут же было все. Так, это не вентиль. Так, вот это надо будет. Две оловянных люк. И две оловянных люк. Так. Ох, блин, как дерево быстро уходит. Это вообще... Не, срочно ферму. Потому что я так долго не протяну. Так. Блин, булыжника нет. Булыжник. Я же тебя взял. Куда он мог деться? Господи. Не успевает за мной программка. Так, раз, два. Люки какие. Так, и олова. Так, раз, два. Есть. Так, это нужно вот так и так. Сверху блок. И что-то тут сюда еще. Что сюда? А, люк. Люк. Кошмар, дерево кончается. Я уже боюсь его все брать. Потому что закончится. Вон оно где лежит. Обла моя. Так, что я хотел? Люк сделать. Люк делается как-то вот так. Так, сколько мне его надо? Да, блин, пока два хватит, я думаю. Так, еще стекло может понадобиться. Оно у меня еще тут.
Ну, слава богу, стеклось. Это на следующую уже. Где? Вот он. Так, это у нас для чего? Это у нас для чего? Хэтч это типа туда заводить. Вот, это питать и вода. Для воды еще надо. Вот что надо. Так, а для воды винтер, по-моему, называется. Да, это здесь нужна одна всего оловянная и два стекла. Так. Что ж ты такая тормознутая? Так. Но я уже не могу. Так, и олово теперь. Пасть даже не могу. Так, олово тоже есть. Видите, я беру... А, оно остается, потому что рецепт. Правильно. Так, что там, два стекла еще. И у меня все элементы фермы будут готовы. Так, сюда мы будем заливать воду. Так, вообще-то надо еще, кроме того, что заводить землю, еще же выводить надо. Надо бы два вот таких. Да, надо бы два вот таких. А это значит, что еще две... О, боже мой. Ладно, сделаем сразу. Они лишние не будут. Так. 8. Дерево остается вообще 0. Раз, два. Камни. Раз, два. Так, и олово. О, как мне сейчас его хватит. Четко. Раз, два. Вот, два, один люк. Я, если честно, не помню, там выводить. Ну, по-моему, тоже через эту же штуку. Короче, две таких, четыре штуки таких надо. Во. И пойдем сейчас строить. Я, конечно же, что-то там обязательно забыл. Что-то я забыл. Так, движки взял, помпу взял, рычаг взял. Эти штуки, трубы, водостойки, деревянные. Эта штука взял, это железо пока можно выложить, не понадобится, это тоже стекло, не знаю, понадобится или нет. Я бы взял верстак, но дерево жалко. Сундуки там еще, кстати, с собой тоже я взял, хорошо. Надо бы, наверное, сразу сделать железные, потому что там же как пойдет. Всякое. Раз, два. Ну, короче, сундуки лишние не бывают. Он даже чуть печку не сделал. Так, хорошо. Ну ладно, пошли строить тогда. Так, я подумал, вот где я буду строить. Тут как раз такое ровненькое местечко, большое, относительно ровное даже, можно сказать. Так, и мне нужен такой квадрат. Что это у нас там лежит? Яичко. Блин, зачем оно мне сейчас? Так, сделаем курицу. Не получилось. Так, чтобы оно ж подальше от дома было. Вот там, кстати, даже лужа есть. Так, ну, фустик не обидится, если здесь рядом с ним будет это все. Я думаю, нет, потому что... А кто его просил здесь строиться так близко? Так, или все-таки где-то... Ну, а вот место хорошее. Так, значит, там 5 толщина этой штуки будет, 6 по бокам, это у нас будет 17, и плюс еще так границы побольше, где-то 21 блок мне нужно. Так, ну или точнее хотя бы 10 отсчитать. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, это будет центр. Ну, а если еще чуть-чуть сюда... то вот тут как раз и будем строить. Да, отлично. Значит, внизу нам нужно будет подводить энергию. Два этих самых. Вывод вот. Ну, да. Так, сделаем энергию первой. Потом один такой, потом один для воды. И один вот такой. О, и все сюда будет подключаться. Так, отлично. Так. Я когда доделаю, вы поймете, что я хочу, если сейчас не понимаете. Вот, а вообще, кстати, если кто не в курсе насчет мультиферм,
Ну, такая, знаете, дорогая, но весьма продуктивная штука. Она работает практически сама вся. И может быть разных размеров. Значит, размеры. Кстати, я вот там видел, кто-то строил из наших. Дэн, как же его? Дэн какой-то, не помню, извини. Значит, могут быть размеры фермы. 4 в высоту, это точно должно быть так. 4 блока в высоту. Вот. А вот нижняя поверхность, ну, в смысле, площадь ее, основание вот этой фермы, должна быть либо 3 на 3, либо 3 на 4, либо 3 на 5, либо 4 на 5, либо 5 на 5. Ну, короче говоря, одна из сторон должна быть от 3 до 5. И вот строишь, насколько тебе хватит блоков. Получается, вот я сейчас максимальную ферму строю. Затем от нее будут расходиться по краям. Так, это уже сколько? Да, я не ошибусь, я думаю. Так. От нее будут расходиться такие как бы лепестки, ну, короче говоря, круг вокруг нее, который можно ставить на разных уровнях. Ну, там уже зомби гуляет. Это что, у нас ночь, да? Ух ты, как быстро ночь наступила. Вот, и на нем будет что-то расти. Там вообще на самом деле целое дело, как все сажаться должно. Вот, но если все сделать правильно, то она сейчас должна как бы вот появиться вот эта полоса. Да, и вот я в видео смотрел у человека, и он не мог понять, почему у него не получается. Ну, я думаю, он разобрался уже. Вот. Короче говоря, она должна быть 4 в высоту обязательно. Так, а вот эти вот штуки, я там что-то помню, что что-то должно быть с запада, что-то должно быть с востока. Не помню, что. Вот. Но, короче, вот так она выглядит. И здесь должна быть какая-то микросхема, если мы хотим расти что-то другое, кроме деревьев. Вот. Если же мне вот сейчас-то как раз нужны деревья, я могу просто, получается, без ничего ее делать. Так, ну и куда я пущу? Ой, крипер, только не ты. Только не ты. Не надо мне рушить ферму. Иди сюда, пошли. Хочешь, к дому подойдем к моему? Ой, не взрывайся. Да, никогда так не боялся криперов, как сейчас. Иди сюда. Ай! Ладно. Блин, ночью боюсь строить я здесь. Хотя, в общем-то... Так, стоп, это надо теперь. Так, да, это она будет очень большой. Ну, в смысле, максимальной у меня ферма. Но зато у нее будет, соответственно, максимальная площадь. Вот, поэтому сейчас я быстренько тут все обстрою. Так, отлично. Да ты шо? Блин! Это ж он мне все блоки разрушил. Говорил я админу, не надо, блин, криперам такое разрешать. Ну как так? Сколько он у меня их выбил? Блин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11 блоков, они что, все улетели? Ну, естественно, их уже нету. Вот, блин, а, построил ферму, а. Ненавижу криперов. Я первый раз в жизни ненавижу сильно криперов. Это ж надо, блин, я предполагал именно такое развитие событий. Что сейчас я ее буду строить, вот это предполагался. Ну, естественно, она уже отключилась. Ой, ладно, хоть он эти не разбил, слава богу. Так, тут надо по уму строить, надо все огораживать, к чертовой матери. Так, ну эти блоки точно пропали, да? Если они уже взорвались, так взорвались. Ну, короче говоря, я думаю, я ферму все-таки эту дострою, и она у меня будет работать. Столько криперов за одну серию я, блин, не видел ни разу, что они все на меня ополчились. Вот, ну, пойди я, конечно, это все дело дострою. Так, ну и раз уж как бы речь все-таки идет об этом самом, значит, здесь должно быть расстояние на один больше, чем... ширина, максимальная ширина нашей фермы. То есть, если 5,
то получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот до сюда как бы будет расти. Но если вы построите больше, ничего страшного не будет. На них просто не будет расти, на вот этих блоках. Вот так, да. Поэтому я спокойно сейчас здесь все застрою. Только, наверное, лучше это делать днем. А что днем? Днем что, криперов нету? Есть они всегда. Есть вот зомби, только разве что нет. Зомби еще нормальные чуваки. Они хоть не ломают. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7, чтобы было где ходить. Так, я вот не знаю, крипер отсюда будет меня. Вот надо было так залезть и не морочить голову. Это ж надо. Еще специально звуки все подключал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Опять делать блоки, да еще штук 10. Где мой термионик фабрикейтед? Это ж лампы еще нужно сделать. Так, ну у меня там, слава богу, по-моему, есть. 5 ого. Тоже мне есть. А нет, здесь есть. Так, ну это мы включим все, доделаем, и я думаю, со следующей серии у меня заработает ферма с деревьями. Как я заметил, ни у кого с первого раза эта ферма не получается по каким-то причинам. Ну, у меня по глупым, как всегда. На этом все сегодня. Всем пока. Спасибо, что смотрели. С вами был Алексей. До новых встреч. Играйте в Майнкрафт.